Всем привет, с вами Григорий Усенко, АКА «Мустанг», и сегодня наш блог посвящен тренинг-парку, а именно о его реконструкции, перестройке и о внутренней жизни команды XSA. Несмотря на то, что реконструкция идет полным ходом, у нас работает большая разгонка, линия с пластиком, с мягким покрытием, также поролоновая яма, но другая часть, самая такая, которая у нас на динамике, полетная, она сейчас у нас на реконструкции. Вот. Совсем недавно мы поменяли радиус на резе фанбоксе. Что примечательно, то что изменили радиус, он стал более положе и гораздо проще на нем стало делать трюки. Увеличилась база самого радиуса, за счет этого на велосипеде легче выпрыгивать, нежели как было раньше. Раньше был тоже неплохой радиус, но он все делал за тебя сам. Но сейчас, за счет того, что он стал поположе, ты выбираешь лететь тебе вдаль, либо отталкиваться от него и в высоту. Мы меняем не просто фанеру, мы додумываем парк, улучшаем его, делаем его более комфортным для райдеров, потому что сами катаемся и хотим прогресса и себе, и другим участникам нашей экшен жизни. Ну вот вы можете в действии сейчас понаблюдать, как работает новый резе фаник. И что еще примечательно, стол мы сделали тоже ровным. Раньше он у нас был с бугром, теперь стол ровный, и все трюки можно по столу уезжать. Ну теперь давайте попросим кого-нибудь что-нибудь нам жесткое продемонстрировать. Давайте вот Мишу попробуем. Мишань, покажи нам свой новый бенгер. Здорово, мы в Краснодаре, тут идет реконструкция полным ходом. Вот сделали сейчас резиновый фанбокс. Все очень круто, вылет очень крутой. Нету горба, трюки стало делать намного легче и учиться вообще очень круто. Ну, здесь изменился вылет, да, из этого красивого фанбокса, и он очень крутой. Он стал немного положе, и с него легче делать сами трюки и все элементы, базовые элементы.